Сюжет развивается по наихудшему сценарию. Хватит умничать, Энни. Никакой это не хулиган. Подожди, что он сказал? Тише, малютка, ляг на подушку. А его слова, кто у нас папочка? Как ты это объяснишь? Совпадение. Врешь. Этот человек знает, что Трей не мой сын. Он обо всем расскажет Коулу. Так. Ты по-прежнему думаешь, что это я все подстроила? Коул знает о моем обмане. И о том, как долго я ему лгала. Он ничего не узнает, Кейтлин. Узнав правду, он меня возненавидит. Он бросит меня. Я потеряю Трея. Это ты виновата. Ты мерзкая негодяйка, я же тебе верила. Кейтлин, остановись. Как ты могла так меня подставить? Из-за тебя я потеряю все, что мне дорого в этой жизни. Я убью тебя. Что ты делаешь, идиотка? Ты подстроила эти звонки. Или ты знаешь того, кто меня мучает? Я никому не говорила о том, что Трей не твой сын. А ты сама никому не говорила? Я говорила только с мамой и Шоном, они меня не выдадут. А я, значит, выдам. Запросто. Неужели мне опять придется тебе все объяснять? Я достала тебе Трея не самым законным образом. По-твоему, я стану об этом болтать, чтобы угодить в тюрьму? А вдруг это козни его настоящей матери? Нет уж, поверь мне. Его мать будет держать язык за зубами.